відкрита трибуна. Як ви вважаєте, хто повинен забезпечувати інвалідів автомобілями? Я считаю, что должно обеспечивать государство, потому что оно несет ответственность за слои населения малообеспеченные. То есть налогоплательщики платят налоги, а государство уже должно обеспечивать условиями. Я думаю, правительство города нашего и правительство нашей Украины. Потому что весь бюджет идет от правительства нашей Украины к нам в город. А здесь, соответственно, должны они распределять, как полагается, между инвалидами, между те, которые в АТО были, и другие люди. Я считаю, что инвалидов автомобилями должно обеспечивать правительство, потому что мое мнение, что это входит в прямые обязанности нашего государства. Я вважаю, що якщо це інвалід отримав свою травму, інвалідність на підприємстві, то, мабуть, підприємство повинно забезпечити його потребу в авто, якщо воно йому потрібно. Якщо це інвалід, який отримав інвалідність під час бойових дій або там на державній службі, то держава. Моє мнение, вообще, конечно, это обязанность государства. Но сейчас, поскольку государство, скажем так, у нас хромает в этом плане, поэтому благодійні организации как бы не имеют таких полномочий. Я считаю, что все-таки это государство должно опекуваться такими людьми. Ну, инвалидов должна обеспечивать общественная организация и государство. Почему? Потому что, как и раньше были всяческие фонды, которые выделяли деньги для инвалидов, и государство, которое, по законодательству должно обеспечить. Понятно, что не всем, но большую часть, потому что инвалиды, они не все имеют, не все могут работать, не все могут сами себя обеспечить. Открыта трибуна.